Всем привет, друзья! Я рад вас видеть на нашем новом, последнем бесплатном марафоне, 10-м, кстати, друзья, от компании Yamaguchi. Ну и самое важное, самое главное в нашем тренировочном процессе – это разминка. И поэтому, друзья, наша разминка будет состоять из двух частей. Первая часть – это будет суставная гимнастика, вторая – аэробика. Мы с вами немножечко там где-то потанцуем. Усиленное внимание суставам с аэробными элементами помогает улучшить кровообращение, сердечно-сосудистую и дыхательную систему организма. Согласитесь, это немаловажная функция для нашего организма. И я еще хотел немножко вам рассказать, друзья, про нашу прекрасную разминку, что основные элементы в разминке – это ходьба и бег. И поэтому на данный момент я иду на этой прекрасной дорожке от компании Yamaguchi. Она очень функциональна, очень компактна. А еще, друзья, эта дорожка будет являться главным призом в нашем последнем 10-м бесплатном сезоне марафона от компании Yamaguchi. Поэтому максимально выкладываемся, стараемся и выиграем вот этот главный приз. Ну что, вы все готовы? Погнали! Ну что, наша разминка начинается. Будьте внимательны, будьте готовы, следите за нашей прекрасной техникой и повторяйте с нами с максимальной энергией. Итак, ставим стопы на ширине ваших тазобедренных суставов. Ваши руки на талию, плечи опускаем вниз, втягиваем мышцы живота в себя. Начинаем мы с вами с шейного отдела. Итак, голова уходит вниз, подбородок груди и назад. Делаем таких 4 движения. Туда-сюда, это одно. Еще разочек. Стоп, теперь вправо-влево. В каждую сторону по 4 движения. И поворот головы вправо, влево, плечо, плечо. И переходим к круговым движениям от плеча. 1, 2, 3, 4. И в другую сторону. 1, 2, 3. Закончили. Ну что, дальше приступаем к плечевому поясу. И будьте внимательны, будьте готовы. Дальше вращение плеч вперед на 4 движения. 2, 3. Можно руками так, можно руки оставить на поясе. 4 и назад. 1, 2, 3, 4. Теперь рисуем восьмерку. Вправо, влево. Почти как будто бы плывем. 3, 4 и назад. 1, 2, 3. Стоп, закончили. Дальше мы работаем сейчас грудной клеткой. В правую сторону уводим корпус. Дальше грудную клетку вытягиваем вперед. Уводим в сторону влево плечо, назад. Втягиваем мышцы живота. 1, 2, 3, 4. Еще. 1, 2, 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3. Закончили, поменяли сторону. И плечо лево, вперед, в сторону, назад. Я на самом деле не танцор, но как бы я стараюсь сделать это упражнение, друзья. Так что, если это смешно получается, вы можете посмеяться надо мной. Я все равно вас не увижу. Ничего с вами не сделаю, не переживайте. Еще раз. Стоп. Окей. Дальше. Руки в стороны. Тянемся. Многие поставьте чуть шире. Да, я поставлю их чуть шире ковриком. Будем тянуться в правую сторону и в левую сторону. 3. В каждую сторону по 4 движения. Еще. 3. Закончили. Классно. Ноги чуть поуже. Дальше работаем над кистями рук. Отсюда 8 вращений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в другую сторону раскручиваем. 3, 4, 5. Почти как танец живота. 7, 8. Я знаю, что они руками так, кстати, делают. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, колдуем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп, закончили. Руки в стороны на локтевой сустав. 4 движения. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. И 1, 2, 3, 4. Окей, сделайте глубокий вдох. Соедините руки вместе. Дальше вот такой вот замочек. Делаем наклон. Раньше в садике, мне кажется, или где-то в школе, я уже не помню, это упражнение называлось какая-то качающая березка, что ли. Друзья, качаем. Хорошо. Тянем мышцы
межреберные. Широчайше также потянем. Угу. И эть, хорошо. И здесь уходим на полный круг. Один. Да. И два. Хорошо. Три. Еще один разочек. Четыре. Меняем сторону. И раз. О, у меня голова закружила. Оксана, у тебя как дела там? Нормально. Нормально? Да. Голова не кружится? Нет. Слушай, хороший у тебя вестибулярный аппарат, видимо, в отличие от моего. Итак, стоп. Фу, окей. Руки в замок. Отталкиваем как будто бы стены от себя. Округляем спину назад. Дальше раскрываем грудную клетку. Ага, еще раз так же. Точнее, еще раз. Три раза так же. Здесь потянем мышцы спины, втянем мышцы живота. Я специально кушал, кстати, к этому марафону, чтобы у меня был какой-то животик. Шучу, он у меня всегда есть. Итак, руки в стороны. Мельница. Будьте внимательны. Тянемся к противоположной ноге рукой. Правой, левой. И в исходную позицию. Окей? Поехали. И вправо. Встали. Лево. Встали. Хорошо. Здесь мы почувствуем, как тянется у нас внутренняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра. Мы готовим свой, на самом деле, организм. Сейчас скаэробные нагрузки. Там будет такая сильная связка, так что будьте готовы. Придется сейчас мне потанцевать. Кто не видел меня еще в танцах, скоро буду участвовать в танцах на ТНТ. Это была шутка. Стоп. Окей, теперь в одной стороне остаемся и будем делать небольшую пружинку. И влево. Раз, два, три, четыре. Смена. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И последний. Один, два, три. Закончили. Класс. Дальше уходим вниз. Тянемся. Четыре пружинки внизу. И в центр. Раз, два, три. Подъем. Окей? Раз, два, три. Подъем. Дальше мы будем вводить стопу на носок. Сейчас еще сделаем два раза. Еще разочек. Один, два, три. Вот такой вот подъем носка. Раз, два, три. Подъем носка. Раз, два, три. Подъем носка. Раз, два, три. Подъем носка. Еще разок. Один, два, три. Стоп. Класс. Закончили. Дальше. Бедра, руки, опора. Оставляем руки здесь на бедрах. Уводим таз в правую сторону. И в левую сторону, да? Чувствуем растяжение внутренней поверхности бедра. Три, четыре. И один. Два. Три. Четыре. Кто чувствует, кто не чувствует, поднимите руки. Мы с вами увидим. Молодец, Карина. И стоп. Класс. Дальше. Присед в плие. Колени в стороны. Здесь мы также чувствовать будем растяжение внутренней поверхности бедра. Дальше опускаем ладони вниз и выпрямляем ноги, также чувствуем заднюю поверхность бедра. Готовы? Приготовились? Поехали. И раз. И один. Два. Еще. Один. Два. Колени в сторону сильней. Угу. Еще один разочек. Классно! Дальше перекат. Ноги шире ставим. Локоть на бедро, на колено. Стопы стоят, носки направлены строго вперед. В нас, как говорится. Дальше мы делаем здесь смену ног вправо-влево. Также тянем внутреннюю поверхность бедра. Угу. Вдох, выдох. Не забывайте дышать. Если вы не будете дышать, друзья, то тренировка закончится в течение одной минуты для вас. Поэтому лучше дышить. Ага. Хорошо. Еще один. Стоп. Класс. Ноги собираем. Эх, я свои корявые ноги сейчас соберу. Все, собрал. И через круглую спину поднимаемся, делаем глубокий вдох. Нам сказали, что мы молодцы, и вы тоже молодцы. Едем дальше. У нас аэробная часть. И теперь мы приступаем к аэробной части. Будьте готовы. Я раньше, когда-то давно, лет, может, 7-8 назад, вел большие крупные конвенции по аэробике. И поэтому, друзья, сейчас мы предоставим вашему вниманию классный, практически, можно сказать, такой аэробный танец. Итак, начинаем шагать с правой ноги, делаем просто простой обычный шаг и вниз, да, то есть это будет под музыку, поэтому, друзья, давайте. Каждый шаг, шагаем спокойно, ровно. Дальше приставной шаг, он называется степ-тач, он будет простым, обычным. Шаг вправо, шаг влево, вот, нас будет через коврик, пусть будет так.
Ага. Дальше мы работаем с руками. Руки вперед-назад. Хорошо. Отлично. И раз. Дальше мы будем постепенно менять движение, но пока мы остановимся на этом движении, мы продышимся после нашей сильной растяжки относительно, потому что я чувствую свои ноги. Не знаю, как Оксана. Оксана, нормально? Отлично. Фух. Держим темп еще. Сейчас разогреем до конца все наше тело, поднимем немножечко пульс. Дальше мы будем делать захлест. Хорошо. Вот такой вот захлест. Пятка к ягодице. Держим темп. Фух. Еще, еще. Дальше я буду менять положение. И вытяжение руки в сторону, вторая назад. Да. Носочек. Бум. 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 Дальше будем менять движение чуть-чуть, диагональ вверх. Да, здесь потянем мышцы спины. Пресс напрягаем, втягиваем живот. Ну так, в этом сезоне я думаю, что многие похудеют намного. У нас будут классные, крутые для вас подарки такие вообще, друзья. У нас всегда классные подарки. Фух. Не забывайте советовать все-таки нас своим друзьям и близким, пожалуйста. Мы для вас стараемся очень сильно. Я работаю 24 часа на 7. Приезжаю сюда на съемки специально, чтобы растопить ваш жир, друзья. И поэтому и постараться выиграть, чтобы выиграли классные наши подарки. Фух. Дальше. Круг, круг, круг. Классно. Поднимаем немножко пульс. Угу. И держим там. Так, я уже почти разогрелся. И переходим на шаг. Шаг. Все, с правой ноги шагаем. Угу. Держим темп. Держим темп. Дальше у нас будет такое движение, называется вистеп, право-влево. Такую галочку шагаем вперед и назад. Право-лево. Ага. Право-лево. Можно чуть пошире. Угу. И чуть в присе. Давай. Раз, два. Руки работают. Бум, бум. Ага. Держим темп. Та-да-да. Класс. Ну что, друзья, как вы себя чувствуете? Я думаю, что мы уже почти согрелись. Оксана, ты согрелась? Да. О, я старался. Держите темп. Чуть-чуть. Давайте еще ниже. Бум-бум. И с приседа. Полно. Бам-бам. Внизу. Видите? Ноги, на самом деле, это силы. Поэтому, друзья, тренируем ноги. Тренируем все тело. Три, два, один, шагомарш. Давай, шагомарш. Теперь сделаем вдох, вдох и выдох. Бум-бум-бум. Еще вдох, выдох. Еще. Контрольный. Стоп. Фух, ну что, закончили, друзья. Сделайте глубокий вдох на месте. И выдох вниз. Еще разок. И выдох вниз. Ну что, друзья, наша разминка закончилась. Мы хорошо с вами разогрелись. У нас была суставная гимнастика, аэробная часть в виде небольшого танца племени там Лумумбы. И поэтому, друзья, я думаю, что вам понравилась наша разминка. Не забывайте ее делать перед каждой тренировкой. Это очень важно. Еще раз, рекомендуйте наш марафон своим друзьям, близким, знакомым. Выкладывайте все это в соцсети. Отмечайте могучий.ру. Будьте всегда с нами и будьте всегда на максимальном позитиве. Едем дальше. Ну что, друзья, наша разминка подошла к концу. Не забываем качественно выполнять ее. Либо выполняете ее так, как выполняли мы вместе с нами, либо вы заменяете ее ходьбой, либо бегом на нашей прекрасной дорожке от компании «Ямагучи». Ну а для тех, кто не любит бегать, мы предлагаем вашему вниманию этот велотренажер. Он помогает повышать выносливость организма, а также улучшает форму живота и бедер за счет активной проработки мышц. Ну что, друзья, вы готовы? Мы приступаем к нашей мощной тренировке.